Знаете, впервые видит столько снега. Но ему так нравится, что его домой загнать. Целая проблема. Пошли. От зверюка. Сейчас, конечно, не самый лучший момент для съемки. Я не знаю, возьмет ли камеру вообще. Ну, рыжая на белом должна взять. Рекс! Хе-хе! Хе! Хе! Вот она. Потом возьму камеру. Рекс! Найн! Вот так. И поснимаю его уже тут. Хоп! Уже на фото сделаю. Должны быть красивые фото. Но надо, чтобы хотя бы снег остался, а пурги не было. Сейчас вот начинается небольшая пурга. Ну, в общем, такое ощущение, что я в Сибирь вернулся. Отлично. Рекс первопроходец. Нет, видите, если видите, тут вот отсюда, вот мой дом, где я живу, и вот отсюда, от этого дома по прямой, как раз до Чехии можно и дойти, ну, где-то километров 20, наверное, я думаю, Баварский лес, то есть здесь свобода, что километры вправо, километры влево, километры вперед, великолепно. И это рыжее чудовище скачет. Душа радуется. Когда видишь радостную собаку, не в этом мокром боне, а здесь, где снег, где можно бегать. Он друга себе уже нашел. Видно, что настроение у него великолепное. Куда подрапал? Куда подрапал-то? Это вот для Хававарта самое то, охранники в деревне.